Пускай слава людям. Куда ты распускаешь? Это надо было раздать. Я не знаю, у вас вообще, как сказать, вот есть такое понятие, как толпа, блядь. У нее память плюс-минус 2 недели, блядь. Во-первых, никто не писал расход с моего персонажа. Это раз, блядь. Это было предположение. Вот, предположение, блядь. Вопрос. Это как, знаешь, что? Да, в одном конце села, блядь, сказал, пукнул, нахуй, а в другом конце уже обосрался, нахуй. Тут такая... Где МВП Хант? Я жду, пока все зайдут. Заходи. Ты в инсте? Заломанович, заходи. МВП Хант, заходи. У морали проходка есть? Похуй, морали. Есть, нет, лети сюда, нахуй. Охуенно ты придумал. Если что, там, блядь, около инста постоишь. Мораль, первые 4 босса в ЦЛК и Гере убиты. Лети. Все заходим, где Заксаныч, блядь? Надо, короче, админом тируса. Пизды дать. Нет, надо начертить, короче, им на этот, на форум. Придумать, короче, какую-то, блядь... временную, типа, шмотку или как там, блядь, типа этого, камень встреч, ну, телепорт, с ума ничто. Где, блядь, Закханыч, он уже отошел, сука. Я его сейчас тегнул. Уже сказал, 10. Полчаса, блядь, ему пешком идти. А он пришел же уже. Не-не, он пришел уже давно, сидел тут, рассказывал, блядь, как он чуть ли не с курака там пропиздячил. Чувак, локов нету, летим шатрат в Зангартопе, нахуй. И в озеро ныряем, блядь, плывем, нахуй. Блядь, прикинь, ты стоишь в ларьке, короче, типа прилетает всей дури, хлещет тебе в морду. Табло, так что ты на жопу сел. Он что, отпиздил кого-то? А потом 2 литра пива тебе покупать. Оказалось, что мать, ну, блядь, типа просто пошутила, чтобы проверить, там, ну, блядь, как он быстро, типа, придет. Ну, на помощь там, если надо будет. Пиздец. А он, блядь, чуваку сходу, блядь, уебал. А он сходу прописал, там, чуваку тут на жопу сел. Пиздец, блядь. Хуя он жесткий, нахуй. Так что не буду. Нахуенно мама пошутила, да? Пиздец, я охуел. Это как я кикаю, да, походу, он такой же. Вот если бы он ГМом, да. Нахуй, он бы так же вот таких мастер ливнул, кик его с гильдии, нахуй. Я вообще такого не понимаю, нахуй. Я хочу кикнуть уже, нахуй. А он не отвечает, хочешь. Он не отвечает, он просто молча вышел. Не, сам. Ну пусть объяснится, зайдет. Да, ну как зайдет? Да. Ну. Какие могут быть обиды, если у тебя приора нету? Так а одно дело, вообще нет. Если бы они жали по консулу вдвоем. Да, по консулу окей, это можно понять. Но и то. Блин, ну, у него-то, ну, по факту, там, ну, блин, БДК спека нет. Или ФДК. Ну, может быть, он хотел на другой спек, но... Пиздец, ну, может быть, я да. Хуеваю ждать, нахуй. Ну, это ж можно как-то все, блядь, адекватно сделать. Скоро вы там дойдете до инста, Святос дошел. Я сейчас скоро убегаю. Куда? Ты на работу завтра? Я куда? Я на работу завтра. На эту работу, блядь. Увольняйся, нахуй. Блядь, ты вообще... Смотри, контент горит. Голова, нахуй. Чтоб жили мы ровно, нахуй. Да, вот именно. Сейчас освоим новый сервер. Будет папки лутать за первое убийство, блядь. Чё, на X6? А ты в настройках нажми, типа, не слышать призывных животных, нахуй, все такое прочее. Это ты типа про тиммейтов? Это не типа в армию служить будет. Так мы давно это и выйдеть будем. Давайте, и выйдите. Да, ну не работает. Не работает, кстати. Че? Ну пофиксили, походу. Не работает, пофиксили. Ну пошли тогда, хули мы стоим, нахуй. Пошли бить. Так еще морали нет? Или мы не будем его ждать? Ебать. Вот, блять, он придет, тогда пойдем бить моба одного ебаного, блять. Так тогда надо забафаться. Ну ебать, а нихуя себе. Заходи. Сначала нихуя себе. Сначала не агрите, блядь. Ну что вы делаете, нахуй? Они выходят, сука. Сначала должен весь рейд подойти сюда. И потом надо бить моба, который только появился, нахуй.
Не так вот, как вы бьете, блядь. Потому что они бесконечно будут выходить. Пошли вот сразу туда. Который появился моб, его надо убить. Вот сюда подходите, блядь. Давайте следующего ждать. Вот сейчас еще один. Так вы подойдите сюда, блядь, алло, блядь. Мы тут. Как вы бить-то будете? Вот, его вот надо этого убить до того, как следующий появится. Сказал я себе. Листья клёна падают с ясеня, блядь. Ну сейчас, смотри, сейчас еще выйдет. Ох, видишь? Я сказали, что починили, слава. Да, они починили. В смысле? Короче, когда босс... Ну, в прямом смысле, пулем босса, и у нас будет видишь, трэш. Видишь, вот еще одного убили. Сейчас все равно выйдет. Короче, когда босс запулится, они перестанут выходить. Да, перестанут выходить новые, поэтому надо заэвейдить и пулить сразу. И там 4 где-то моба нам придется бить. Ну, хотя хуй знает, как они тут сделали, как это будет работать. Они бесконечно будут идти, просто они что-то сломали нахуй. Ой, бал такой хуйню нахуй. Тотема уберите, блядь, ребята. Тотема, да, уберите там. Кринж нахуй. Если что, готов пулить с этой стороны. О, Ванька проснул. Ах ты. Письмо да, когда проснулся. А, у вас лука нет, я понял. Локи вообще хуёвый класс, бесполезный. Хуёво, ничего не дает, вреет вообще, блядь, не профита никакого. А что? Бля, бичи какие-то. Не будем набирать локов, лучше редриков набирать. Гидро соповедник. Редрик, да. Редрики может бабл прожать, может, блядь, диван, да, чё. Замени меня сразу. Пока что первый отбирать, я даже побить босса не успею. К тому времени. Что за на приколе, Андрюша ММ? Где Запхана же, блядь, делался? Да похуй на Закханыча, давайте, блядь, сука. Где Шелфир? Почему он еще не в шатрате? Сейчас будет. Это босс с каждого элементаля что-то кидает, да? Меняет цвет. Ага. Все из-за славы. Соплю свою кидает, видишь? Нечистый, а потом очищает. Не чистые, а потом прочищенный дымоход. Дымоход, дымоход. Блядь, ты спишь там или нет, нахуй? Здорово, дымоходы. Опа. Здорово. Ну, блядь, дымоход пришел. Сразу, блядь, здорово, шатрат. Здорово, оголы, блядь. Шатрат портусь да. И сразу в ЗС. Шатрат и сразу в рейд, нахуй. Ну, давайте, пойдем. Сейчас плюсану. Лока нет, так что пиздец, чем паром. А у этих мобов поменьше хп, чем у тех, да, которые будут? Ну да. Да-да-да, они сразу зальются просто под босс. Ну нормально. Уешка чисто, залить. Накрутим, ебать. На состарку до квеса. Я здесь. Ну, я понял, нахуй. Ну ба. Витя, ты подойди с другой стороны, ты заполишь и притворишься. А чё такое? Нет, кстати, мы вот сейчас, когда били, мы можем перекрывать просто там выход танка с хилами здесь оставить, и он спулит просто, когда их не будет мобов. Колонну замену посадить. Когда в игру зайдешь, скажи ты где, Заломаныч. Я в игре в этих самых, блядь, в холмах седых. Хуёво тебе там. Ну, блядь. Не успеешь. Рома, блядь, не дрочи меня сейчас. А хули мне там шатра тэпнуться, бля, вы что, в зависимости? Да там, блядь, просто еще челик один нарисовался, ну. Ну не меня, не меня, не меняйте тогда никого, хули, блядь. Я просто на замену там посижу, почили. Я понял, нахуй. А замены нет. А, я, ну, блядь, ладно, давайте. Время рейда посужать тогда будет. Он лем, а лока нет. Ты сиди, Заханыч, сиди. Это плюс... Блядь. Тогда сейчас охапку быстро с микроволновки, нахуй, заберу и приду я, блядь. Я уже лечу, нахуй, я уже направил... Так иди, у тебя есть время поесть. Пока что. Я лечу уже в ЗС, чё ты вздыхаешь, дедушка, блядь. Дедуля, нехуй, не это самое. Мы сейчас с Викой за сумму не могу. Ко мне. Это я уже почти... Слава, слышишь? Лапку дайте горло. Ты не пузи, а то он тоже тебя прорядит. Дайте ему пати. Я уже хочу прорядить, нахуй. И прорядит тебе. На жопу сядешь.
хочу проверить. Потом сейчас спрека добьется. Я прям вижу, уже вайша нахуй такая, блядь, вся разъебанная. В каком плане разъебанная? Разъебанная перед тобой на постели, да? А это же рыба, ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Лежит такая с пивом, понял? Я себе, блядь. У него же там змеи в голове, как у медузы. Ну как рыба, змея? Ну а ты их как это, как вьетнамцы, понял? Из них, блядь, водку сделаешь. Ты это слышишь, что ли? Удалил голос плотский. У деда давление скаканет, ты завязывал на кровь носом пойдет, нахуй. Реально, блядь. Двух боссов убили, мораль, принимай КД. Не дай боже эрекция, еще пройдет. А кого убили, кстати? Все. Слепца и этого. Селедку. Селедку. Шубой. Потом тут крашнуло сервер, блядь, за Ханычу надо было отойти. Короче, пиздец полный, блядь. Этот, блядь. Бурябай с рейда ливнул. Короче, весело было. Понял. Кратеса ж не убивали, да? А чё, нет. Мы суммоним кого-то, да? Да, сейчас с кармана камень достану, блядь, шкаф. Не-не-не, я шалфера спрошу. Я уже почти прилетел. Ты сюда это, приди. Так пати, я у тебя за спиной стою. Нет, это... Так мне пати никто не кидал. Ну так никто плюс не они, ты не плюсовал. Призм зайдет. Радник тоже призм перестал играть, да? Как будто, блядь, никто мой ник нахуй не знает. Лича упала, кстати, ребят. Плеча, мусор. Теренаска и... Клятва. Клятва-хранитель. Чё, Катрис описывался? А Теренаска у меня? Да. Стал там кипятком. Очки сумать его, мне не показать, что я пойти. Но имбовая пуха, блядь. Чё поделать? Упал Теренас и Алибарда. Алибарда? Алибарда? Где-то тут и Алибарда. Кто Алибарда плюс чат, нахуй? Не, будет Алибебра. Алибебра? Кринж. Да, ребята. 25 игроков в рейде. Ты где ребят увидел? Мы видим. Че, я ТП-шек, что ли? Ну иди, Витя, иди. Ты мне, если что, в Discord сможешь там позови плитку? Что, скину тебе? Вы там этого, в Суманите, в Ломаныч. А, он я уже в Инсте. Блять, и когда не бежите, я пока кикну. Да. А чё он, куда кикнуть? Куда он пошел нахуй? Я, блять, по свой раз пошёл. У нас фулл рейд, что ли, блять? Да, вот да. У нас даже было больше, чем фулл. Представляешь себе такое? Вроде народа не было, хуяк смотрю нахуй, в гильдии ещё же сейчас появилось. Отсюда 30 рыл взялось. Я знаю, что ты дрочишь. Ебать, Америку открыли. И всем расскажу. Ну ладно. А я расскажу. Расскажу. Ну все, уже кринь. А Лизу делал? Ланус, которая? Ты не знаешь. Че, это совсем дурак? Че? Девочки в рейдовую херню куда несут. Да похуй, что тебе? Это пофиг. Заебал, давай беги быстрее. Рыба где, ёпта? Так, вы убили. Я уже на подходе. Рыбу и слепца, вы что, накликали рыбу, тупицы? Я не ставил. Это еще...
А, волноступа тоже убили? К сожалению. Да. Понял. О, сюда. Пир для карликов, нахуй. Подходит. Да твою мать, вы заебете со своим пиром. Поставил рыбу, короче, вот тут вот стоит. На краю, нахуй. Я тут. Такая чисто скрытная рыба. Смешнямба, блядь. Просто, блядь, деревяшку воткнул тарелку. Еще бы на носу у босса поставил рыбу. Ой, блядь, кринж. Осторожно, блядь, мечи свои убей, там, блядь, уронишь сейчас, блядь, кусок мой, нахуй. Сука, блядь. Короче, черканете там, это, имейлом, когда будете пулить. Имейлом? Да, вроде уже. В WhatsApp напишу. Лох упал. СМС-ку на телефончик. Ой, блядь, ставь лут. Где там рыбу делено? Да вон она, блядь, деревяшки сидят, вот где челики сидят на краю. Ты... Чтоб в озеро туда запихал, блядь. Ну, в следующий раз поставлю, блядь, на воду, нахуй. На воду нельзя ставить. А я смогу. Ебать, я... Базара ноль, смоги. Ебать, сова кстати, сидит, пиздец, осторожно, блядь, упадешь, нахуй. Опа. Ты что, блядь, жопа, блядь, перевешивать должна, по идее, блядь. Хуя там медведь сидит, нахуй. Блядь, здесь вас что, воет, ёбнул что-то в этом месте? На ДПС, можно. Опасно, опасно. О, блядь, смотри, как я сижу. Смотри, просто. Чисто двумя пальцами. Блядь. Ой, блядь, мордаун-то нету. Ой. Что там, может, пульнем? Ладно, хуй с ним на мордаун-то на эту, давай. Давай, выйдем. На туре. Выйдем. Все равно из танковила, да? И выйдем. Да. Аиша, да, на боссе? Аиша на боссе. Не знаю, как там без воли мёд. Юля, сапрот, холли дринг. Стороны там поделили, кто с кружка, кто со звезды будет нового забирать. Обычно. А Юли, кстати, нету. Опа. Пизом, да? В ДД вроде. Там бегает туда-сюда. Да, в ДД с гадюкой. А чё мы мобов? Да здесь Юля, она да, обмен кидала только. Чё, свейдили? Да, капитан. Нет. Ну и вейди. Нет, капитан. Команда какая-то была? Или вейди, я же говорил. Вейди. Что сделал? Бегу к вам. Быстрее пульт. Ну все, пулять надо. Сейчас подожди, пойдет. Пускай немножко пройду. Ну, только чтобы они дошли, чтобы в центре была дырка. Пошли опять. Чтоб дырка как была. Это нормально. Чтоб дырка. Нам просто дырка нужна. Дырка в жопе, блядь. Чтоб дырка. Дырка он вообще. Отверстие, мужики. Давай, еще две. Еще больше пойдем. Я справа, Леха, в кружке. Герос Пола? Погнали. Есть. Нет, на зеленой фазе. Я не ебу это нахуй, где это? Ну когда переведем туда, ёп. Да скажешь, короче. Так, ну забирайте трэш. Заметили, что один нечистый, другой очищенный. Похуй. Оба пизды ну, получит. Не помылся их. Так, Сагрос смотрим осторожно на боссе. Да. Там чисто розовый этот, как у Оман. Там розовый тандем, нахуй. Сальву, срочь ко мне. Представляем хор розовых мальчиков-зайчиков. Войт на тоненьком сидит, смотри. Смотри. Так, тихо, флут убили. Ок, шеф. 5 секунд, так, переход. Сокрудам. Угу. Давай, Юля, переводи. Массакру. Ну что это за хуйня? Зачем ты тарелку, мам? Пиздец. Так я в лобу. Да не давай, мы же говорили об этом. Так она летит до босса. Тарелочный. Геру, Геру. Бать лагает. Ох ты, ну и лаг. Компьютер нормально.
Юля, забери его. Он не танец. Не бей его. Имейте в виду. Че, переводим или что? Почему босс на мне? Переводи, переводи. Ну вы рофлите. Миша вылетел. Он не танкится. Вы не бейте. Про у танка не набиралось и вообще. Выйдем, нахуй. Отбегайте в мост. Че, руку. А че? Ну давайте сдохнем, типа мы без Геры будем туда. Мне вот, честно говоря, похуй. Может, Аиша вылетела или что? Ну окей, ладно. Ну, очевидно, видимо, что она перестала бить, походу. Я, ну, она походу... переводила. Никто ничего не сказал, когда что, переводим. Ну отойдите она назад, что вы делаете? Костя, а ты не бей, блядь, босса. Тотема уберите. Да я босса и не бил, да. Лёха. А чё он на тебя сагрил? Ну, он кинул тарелку, он зацепил босса. Переходе застанило, скорее всего. Мы бежали там примерно вместе и застанил Аишу, скорее всего. Он тарелку кинул и сагрил. Типа, окей. Просто чё, потом агро не было, я не знаю. Когда у тебя, блядь, тарелки там закончатся, когда ты уже их все побьёшь, ёбаный рот. Рыбу ешьте. Есть такой аддон Омен, нахуй. Так тема в том, что Омен есть, там агро не набиралось. Ажи. Значит, надо стопнуть, нахуй. Агро не набиралось, значит, надо стопнуть. Ловить. Остановитесь. Да подожди, блядь. Каску дайте, стамину. Где друтину нет? Каски. Как лох без стамины. Лох. Получается. Стамину. Пойду и выйди. Лох! Пидор. Осуждаю, блядь. Почему Аиши на штанах чарки нету? Давай, выйди, короче. Ну, наверное, из-за этого мы сейчас умерли. Да, по-любому. По-любому. Да. Да не, я просто, думаю, да. Я просто спрашиваю, почему. Ну, а почему же еще? Все, блядь. Или что там? Про тарелку тут забудь, Костя, короче. Ебать, ну так давайте я автоатакой вообще буду бить. Давай. Тебе добавляет молот праведника, все больше. На голове тут шарки нет. Я чисто молотом праведникова и освещением хуячу. Зато у нас на пол нахуй ходит черед, блядь. Ясно, на пол и моча. Ну, 100%. Да я чё, я без Т5 вообще на пол кривой. О, когда криво. Во, сейчас кстати, ну, с агро всё нормально, блин. Даже не надо сальвы давать. Ой, я не попадаю. Ладно, потом раскрою секрет. Окей, раскроешь. Когда босса убьем. Лёха, мастокру. Ой-ой-ой. Чё, блядь? Не так и не научились, где стоять надо, Мэтфокс? Я не понимаю, смерть на этом боссе, это максимально надо бить бичом, нахуй. Урлоко средств и Мэтфокс. Почему ты не мог встать там, где, сука, не появляются мобы, блядь? Я просто не... Хуёво ты стоял. Просто пуль. Т4 сработало сразу на босса. Так от босса тоже надо дальше стоять. Перебегаешь в ту сторону, куда босса переводят. Подальше. Либо на той стороне стоишь, только чтобы 0 дамага было. Я всегда тут стою и не бил, когда переводили. Ладно, все, флут уофнули. 5 секунд до переходки. Давай, Юля, переводи.
мобов побольше дайте. Ромчик, Лёха, на перефазе дашь. Кого? Массакро. Пистолет. Я? Лёха. А, Лёха. Мне послышалось, Глеб. Сори. Переводи, Юля. Давай, Массакро. Полипал. Друид инвалид рейса. Вы вообще прям не останавливаете. По танку больше хилим, пока холипала нету. Бидон, ставь тотем. Шелфир, давай на ману. Вадикон по транквиле. Урлокос под Джандис. Спамим хилки. Захиливаем. Блять, ну хилим, ебаный в рот. Трэш боль. Вадикон мод Фокса реса. Юля, переводи. А тут помогает тотем на сопротивление природы? Да, вроде. О, так лол ебать. Хилы мочи. Не прохил. Ты можешь геров давить? Вадикон, этот Мэтфок совела не ресы. Я гер уже на вас фаза, наверное. Да. Ну, там просто в некоторых КД еще, поэтому не спрошу. Тогда тут точно баф. На вас фаза. Геры не было, кстати. А потому что многие КД. Мы так убьем. Просто на вас фаза сдашь. Так, Леха, готовься. Юля, переводи. Давай у нас сейф. 3 секунды. Да-да-да. Одного забери. Все вы прожмите свои. Сколько раз тебе повторять? Не жми ты, блядь, в Т4, ой, в Т5, ну. Скиллы свои. Да, уезжим спокойно, чтобы было. Стелси тотем. Да, а, я блядь, а как как вы поставили без гимна на ману, нахуй? Почему вы ставите без команды? Мурдаун, давай гимн на ману. Инра, у кого есть, в стелси закиньте. Так, Юля, ага. Переводи, Юль. Переводи, да, мобов в сторону и там добьем. Мобов в сторону и добиваем просто. Давай, Геру заканчивай. Тут Гера-то уже не нужна. Да похуй. Ну так, для прикола. Лут там есть? Не, лут, нет. Лут поставь. Внутри босса? Нет, нет. Блять, опять она хиловская падает. Постоянно почти. Это уже брали? Я уже все спиздил, нахуй. Хорош. Рольте, нахуй. А чё случилось? Лут богатый или чё? Да, моб пустой, не выпало ничего, можем родовать. Не, я просто говорю, что ну, чё, бывает такое, или это пранк? Нет, просто стояли, чилили, блядь, ждали людей, нахуй. Поставил фрилут. Мне рыбу тут ловили, нахуй. Ты-то хуйню роль. Спасибо. Первый раз знаешь, чё было? Так, что это? Скорость. Сказать или не надо? Говори. Чё, ну, власть давай. Не включили? Нет. Я танчил в Т5 в четырех кусках. Не в двух, а в четырех. Я думал, Юля с Юлей не сорву.
так как она тоже в 4 Т5. Че, мы таким сетапом убьем? А по итогу щит хлопнул и все. А по итогу, блядь, я и мобов танчил, и босса. Вот Фокс выше точно забираешь эту хуйню? Да не обязательно. Ролим и ролим. Не ролим, а по ПГП. Ты смотри по приору, чтоб не было этой хуйни. Следующий шалфир после Мэтт Фокса. Тогда не беру. Да не, без цвета за ГП не буду брать. Кто ролл кинул из вас? Кто будет за ГП брать? Никто? Подожди, а зачем? Так они ролл кинули. А зачем вы ЕПГП кидали? Блять, да потому что я шмот... Никто не кидал ЕПГП. Я шмот себе в сумку положил, потому что мне его передавать надо еще. Он не может уже, чтобы окошко появилось, сделать. Как ты понял? Блять, а чё я раньше нахуй не додумался этот тэн на... Так кто носить будет эти тапки нахуй? Кто будет их носить нахуй? На расту заберу. Да никто их не будет носить, Слав. Это помойные тапки, во-первых, с ТГ все носят тапки. Ну, да, так кстати. Кому они нужнее, я хуй знает, кому с вас отдавать. Ты можешь, знаешь, сделать, Слав, ты можешь взять, нажать на них тумочку распыла, и просто увидеть кристаллик, все, все, что можешь с ним сделать, по факту. Типа, хоста, меткость, это по-моему. Да, мне кажется, ну, что, ни у кого нет? Дай кому там, кто там хотел на успек, блядь, раз не хотят ЕПГП, блядь. Ну, чё на успек? Спек Аршама собирать? Максимально поносная. Я только на распыл сорвался. Там в основном это, трыньку разруль, да и не еби мозг себе. Блять, Слава, нахуй мы сюда пошли, ёбаный кабобаный, блять. Куда? Блять! За дедом пошел, хуйню сделал. Че, мобов сагрил? Да, мобов сагрил и пизды они мне дали. Ну только это твои проблемы. С другой стороны, за весь, хуй знает. Прикол весь в том, что, блядь, дед как-то выжил, блядь, а меня не убили, да, блядь. Как? Я не знаю, как они тебя убили, блядь. Профессионал получается. Профессионал, блядь, еще и еще те мурлоки грызут, блядь. А че мне пизды дадут, за что? А кому стриня вот эта нужна, на кого она вообще идет? Да, ну, давай, на Аршаму. На Рогу, на Колин. Ты на Колин? Давай я заберу, Слава. Нахуя тебе, на? Я? Какая триня? А на Эрдру, да, она зачем? Там же... Друид-инвалид за ГП? Там в Т5 она жесткая будет. Ну, он друид-инвалид за ГП заберет. Все, пускай берет. А, вы тут уже и трэш почистили? Вы что, серьезно? Да. Мы даже не, он забагался и исчез. Пиздец. Вот это комфорт, я понимаю, пришел, блядь, у рейд. Да хочу, хотел, ёпта. Это кто-то ворон. 5 коголды каждому. На почту. Хотя... Не, по воронке. В принципе, да, на комфорт хорошее. Комфорт плюс-плюс. СС. Реально. Слава, сапротов нету. Какая жалость. Хуёво. Тряпки сдохнут. Ох, давай сапрот. С историей. Я сейчас попробую. Ой, А чё, Лёха, ой, Костя, слышишь, там он с этого, с каратреса вроде... Вроде... А, это... Меня кританула снова, сука. Ну, заходи, хули. Я заходил. Отойду на минуту. Самое мерзкое, когда критует, в том, что он через 10 раз отойдет закрытие бучего, в который, сука, не закрывается. Который выезживается, как мушек. Да, секунд 20, сука, висит. Так это, знаешь... 20, сука, повисит. Рома, возьми и ёбни его, блядь. Пожалуй, я задержусь в таких стрелетах. Когда 20 секунд висит, это хуёво, конечно. Ну хорошо, что не несколько минут. А у тебя сколько висит, Слава? Всю жизнь висит, ёбан. Хуёво тебе. Это хуёво реально, прям. Хорошо, что у меня не висит, а пролагивает. Честно, даже позавидовать нечему. Гляньте на это чудо, блядь. Надо, блядь, отписаться. А матфокса гляньте. Что у него там? А чё там? Я тебе скинул, Заханыч. Куда ты скинул? А, в инсту? Главный вопрос, а как и нахуя? А там, там смешно? Что такое? Не вот. Такое что, нахуй? Что там на чудо у него? А мы тут все на флаг залезли. Ну, понял, нахуй. Чего у него? Давай, релогайся, Рома, заходи давай. Делай все в пределах своих возможностей, Костя. Так, быстрее, физически. Полидринка, берите этот сапроты.
Блядь, ты серьезно? Ты долба... Так, Юля, пошли, станешь тут в этот... Я отмерю 60 метров, чтобы тебе хилить. Бля, кто подскажет, что не так нахуй с ним? Так. Ты ублюдок на глебе, блядь. Вот тут ты стоишь. Не, мне надо, чтобы я из-за столба тебя видел. Вот так, да, примерно. Так. Сейчас я спикнусь. Стой, стой, стой там. Значит, сейчас я тебя спикнусь, проверю, ринжу. Давайте обмен. А что за бой, алло? Не понимаю, почему? Нету. Нету комбата. Я понял, нахуй. Какой еще бой? Боя нет, давайте, да. Опа. Транквил, друид. О, плюс бой. Селфи, лидон. Это на Войда, наверное, кто-то загрелся там, когда они бежали. Нет, там он... Да, наверное. Что так делать, блядь? Да это вон бегут, блядь. Кто бежит? По воде. А. Элси и Рома. Так. Не в этом дело. Крис. А пускай бегут, я пойду пока водички налью. Этот самый, блядь, смотри. Блядь. Сколько нахуй? Ну. Блядь, просто если ты встанешь. Ну я не знаю. Я вот тут и стоял. Ты ляжешь. Да ладно, похуй, короче. А Призон тогда вообще вот здесь стоял. Призон это Призон, блядь, это хэпал. Мы хотим, чтобы его, блядь, не разъебывало. Вот смотри, от крестика в сторону боссов проведи прямую линию. Вот примерно вот тут будет 50 метров уже. Понял, да? То есть это больше 40, ты встаешь и хилишь. Себя хилишь. Но тут фишка в том, ну ты... Мы тебя не будем видеть. Ладно, мы тогда больше рейд будем хилить. Все помнят, кто что танчит? Вот. Я помню. Так, я спула. А Мазек на каратрейсе, Юля на бабе, я двух держу. Позиционку все помнят? Так, до сих пор комбат. Релокнуть. Блять. Чего поставили? Не могу его достать, нахуй. Кого? Это G для тех, кто 1.80 плюс. А можно Зандалара в пати 4? 1.68 пойдет. Походу мы сейчас вайпаться будем, нахуй. Там еще один стоит джипс для карлика. А что не так слов? Слышь, Костя, закинь из третьей в четвертую одного Зандалара. А там кто у нас в третьей пати Зандалара? Что ты говоришь? Обе две Зандалары. На тебе. Ассисты дал. Можно Морлока поменять на четвертую. Там Эд Фокс и Морлок Зандалары. Mm. А у нас два Эридара в четвертой. Они стакаются. Ну, в смысле, двор с Эридаром. Все равно какого-то бафа не хватает, как будто. Держи, дорогой. Вот Фокса с... Ой, Мордаунту поменяй с Вадиконом. Так, вы спекнулись там? Так, ты спекнулся. Давай сюда мы закинемся. С... Твинтон Лида берем. Вот так нормально будет. Синдарая нету в патче. Транквилла готов? Нет? Все готовы. Так. Помните, да, кто кого разбирает?
Сейчас, Слав, все готово. Давайте резче, блядь. Дрочите, что ли? Все приняли готовность. Нет. Че, сопротивление? А теперь я готов, все, погнали. Хотя не сможет. Все готовы, да, ну че? 5, 4, 3, 2, 1. Вихрь идет, смотрите. Вихрь не словите. Полюбинка-то хильте ее. А вот это на Вилане пиявка. Пиявка, Вилане, быстрее бабу прожми, пока ты все не проебал, всю ману свою. На 6 секунде уже нажал. Это законченный вихрь. Не, немного проебал, там у меня так уже немного было. Но у нас следующий же придется проебывать, если бы пиявка. Вилаша вылетела, да, походу? Да. Баба пришла. Давайте падаем все, отходим немножко вот сюда вниз, отходите сюда, умираем. Все должны умереть. Я в туннель бегу. Не надо туннель, блять, умираем все назад, чтобы резнуться. Надо комбат скинуть. Комбат скинуть нахуй, умираем все, okay. Блять. А то там рыбы какие-то. Заявил. Ну не, нет комбат. Ну вот Мурлоко за диване с комбатом стоит. Давай, снимай нахуй, умирай, блять. Кинь по кому-то БР, нахуй. Да. А, не, не надо, не кидай. Ты умираю? Да, масрез, да, умираю, масрез был. Почему нет? У меня масрез был. Только диван, блядь, сняли, да, все? Нет, не Фокс. Не, не снимай Мэтт Фокс. А, он тоже, походу, в комнате. Ну, ну да, все меня видит в инвизе, спасибо. Четко. Там Мэтт Фокс в диване. А он с комбатом в диване стоит. Тоже с комнатом, да, блядь. Блядь, да. Идите в пизду, сука. Вы можете сдохнуть, нахуй? Или это пиздец, нахуй? Бля, вы что, травите, нахуй, блядь? Короче, Мардаун, сюда приди, сука. Никто не встает. Куда побежали? Вы ебанулись, нахуй? Вы что делаете-то, блядь? Никто не встает. Вы что, блядь? У вас время дохуя по инсту бегать? У нас лока нету, блядь. Уже тело, блядь, одно бежит, нахуй. Сука. О, в начало инста бегут, что ли? Не-не, Вилла зашла. Юля зашла. Юля зашла. Умрите, нахуй. Хули вы стоите смотрите, блядь. Мардаун, блядь. Снимай духа сразу. Сейчас выйдели. Ну вот теперь масрез даем. А кому, блядь, масрез давать? Стал. Он резнул же кого-то, нет? Призон стал, сейчас даст. А, вот. А, Мэтт Фокс кинул этот. На Лингрена. БР. Успел, да. Если почёту смотри. Проверка на бой. Нету. Повезло. Ну беги, Вика Сифилис. Да, бегу, бегу. Нахуя ты, блядь, вставал, покидал тело, я не понимаю, блядь. Посифия. Я думал, что быстрее, я забыл, блядь, что это данж ебаный просто. Посифия, да, бегай там... на этом... На спринтах я встретила. Я забыл, что это за данж. А там никто не хочет, блядь, случайно на лока пересесть, так невзначай, блядь.